Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Более 1300 рабочих мест создано к открытию новых участков метрополитена на юго-востоке Москвы. Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов, сотрудники будут обслуживать участок, который войдет в состав большой кольцевой линии от станции Нижегородская до станции Лефортово, а также второй участок Некрасовской линии, куда войдут станции Юго-Восточная, Окская, Стахановская и Нижегородская. На данный момент первый участок Некрасовской линии между станциями Некрасовка и Косино обслуживает свыше 1000 сотрудников. Отмечается, что большинство новых сотрудников работают по ключевым для метрополитена специальностям – кассиры, машинисты электропоезда, дежурные по станции, инспекторы службы безопасности, а также специалисты по содержанию и техническому обслуживанию инфраструктуры метрополитена. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!